Всем здорово, и это третий день прохождения Dishonored. Да, игра, я хочу сказать, затянулась, но нет, она не затянулась, мы просто проходим ее в правильном темпе. Если бы мы прошли ее за день, мне кажется, смело можно было бы сказать, мы запороли игру, разработчики расстроены, а убийца плачет, потому что сентябрь горит. Я только проснулся, я хочу увидеть... Господи, куда меня занесло? Я хочу увидеть этот момент с открытой дверью. Сейчас момент истины, мы телепортируемся. Осторожно! Здесь хуже всего. В этом месте два времени как бы пересекаются. Вот, я этого ждал. Здесь будет работать? Нет. Ну так. Прошлое просачивается в настоящее. Или наоборот. Мы пытаемся сделать то, чего еще никто не делал. Я сама-то не могу это полностью осознать, а уж вы тем более. Если кто-то еще сомневается, пора отринуть сомнения. Это выходит за пределы рационального понимания. Вот та самая грань, где натурфилософия переходит в нечто иное. Да, я это чувствую. Мы рискуем сойти с ума. Ты уже сошла с ума, чем ты ничем не услышишь. Тем меньше мне все нравится. Зачем еще говорить с мертвецами? Если эту Далилу убили или изгнали из нашего мира, в своем ли она уме? Далила сильна, как никогда. Мы с герцогом слышали, она нашептывала нам. Теперь пора, займите места. Вниз. Ну ладно. Момент истины. Мне так волнительно, я боюсь вниз идти. Тут как будто баня. Прислушайтесь к бездне за пределами мира. Слышите? Клянусь звездами, это восхитительный любой оргий. Господи, извращенец. Стойте! Мы же не можем! Болван! Любопытно. Похоже, все получилось. Теперь моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. Лука, положи ее под замок. Я вижу, что там внутри. Один стал камнем. Другой выкован заново и отмечен знаком черноглазого. Бедный Арамис. Я вынужден заботиться о нем из уважения к отцу. Стой! Я не вижу тебя, но я знаю, кто ты и когда. Ты здесь, чтобы увидеть мое возвращение. И однажды я приду за тобой. Черт! Бездна — странное место. Я никогда не пойму всего, что она открывает. Значит, она... Слышите? Звездами. Это восхитительный любой оргий. Постой, это повтор. Стойте! Мы же не можем! Просто, ну здесь делать уже нечего, мы все видим. Это уже произошло, это меня совершенно ничего не может. Я здесь. Я вернулась. Если у кого-то остался такой вопрос, а как так, что мы в принципе можем поменять прошлое, но мы не можем, например, убить Далилу здесь и сейчас. Почему так происходит? Потому что, ну, понимаете, это аномалия пространства, действует только, ну, вот в пределах особняка. За особняком это все не имеет смысла. То есть за особняком тут может хоть всех перерез, но ничего не поменяется. Потому что прошлое уже свершилось, оно уже было. Нельзя изменить то, что уже произошло. А, небольшой урок пространства временного континуума. Ладушки, пойдем. То есть, оказывается, ее вернули из бездны. Кто открыл дверь? Кажется, он не сможет пройти сюда. Что-то мешает перемещению. Вот так. Теперь что делать? Выбираемся? Как я... Все? Нам не на что смотреть больше? Что за звуки, господи.
У меня есть сильное желание руну взять, ребята. Амулет это все фигня. Вот руну взять хочется. Почему же все это работает? Меня немножко напрягает постоянный вот этот звук обнаружения. Я никак к нему не привык. У меня такое ощущение, что обнаруживают меня. А где руна? Или руна только в... Так, собачка. Мне спокойнее будет. Я знаю, что она меня могла не заметить. Но... На твоя кровь. Я выпущу ее из тебя. Нет, не надо. Не нужна никому кровь. Универсальный клей. Хрен, кстати, знает, где он. Я видел достижение, что он под каким-то столом. Да-да, я проверял достижение из интереса. Давайте попробуем руну взять. Я знаю, что я обещал, что все, больше мы не заморачиваемся по рунам, но давайте. Просто надо так лежит сплазить. Взять. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? И что сейчас делаю я? Здесь находится старая душа. Я помню. Если она вернулась. Я пошел отсюда, ладно, все, не... Надо в полымя. Милашки? Господи. Да, я знаю, напоролся, ребят. Я не хотел. Я хотел, чтобы все хорошо кончилось. Мне остается вопрос. Как мне отсюда выйти? То есть тут много выходов, но они заперты. Давай я с тобой выйду. Что? И такие типа, что происходит? Где? Столько цен. Без способности с ними можно справиться и передушить их. Занятие это будет такое, знаете. Не из простых. Мне бы универсальный ключ, кстати, найти. Но он находится вот хрен знает где. Заблокирован. А что внутри? Тут картина. Мне кажется, может, мы сможем поживиться. У тебя нет. Есть. Ну ладно, давайте пойдем отсюда. Я не думаю, что это выход, и да, прав, это ванная. Дверь закрыта. Фу. Ну да, это же вообще-то культурное заведение, это культурный особняк. Естественно, тут все закрыто. Нет? Видите, халяв. О, а что тут валить? Было бы очень интересно, если бы кто-то ключ оставил. Потому что я телефон на туалете постоянно оставляю, вот там где-нибудь на полке. Мне кажется, было бы забавно, если бы примерно так же была бы оставлена... Был бы оставлен ключ. Давайте заглянем вообще, как они там расположены. Может, мы смогли. Меня заставляют работать до изнеможения. Ни за какие деньги нельзя так над людьми издеваться. Если я хотя бы за смену с этим управлю. Толку немного. Здесь проход закрыт. Надо будет искать другой. Как мы пришли, я вообще без понятия. То есть, я помню, мы шли через... Как бы это описать лучше? Огонь, воду и медные трубы. Они там присутствовали. А,
начнем, получай. Я здесь уже долбился. Эй. Я тут уже долбился. Если бы был ключ у меня в универсале. Может, получится здесь пройти? Вряд ли, конечно. Черт, у собаки нет. Здесь лучше не пробовать. Проходили мы где-то там, но вот черт мне вспомнить как. Я знаю, ты где-то стоять! Здесь. Ты не пройдешь? Ушла. А, вот так вот. Тут проход здесь есть. Давай, выходи! Мы ждем! Меня будет, что вы меня покусаете. Собаки. Может быть, вы откроете дверь? Я-то выйду. Обещаю. Нет? Ладно. Мы здесь проходили, я это помню. Только тут какая-то подвох вроде бы у меня. Или мне кажется. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? И что сейчас делаю я? А, вот и подвох. Дыра в стене сейфа. Опять же, где же универсальный ключ? Он в этом времени его 100% нет, это я знаю. Он где-то в прошлом. Ну и где руна? Ладно, забьем на руну. Я, в принципе, знаю, где она, но где эти амулеты. Здесь есть проход? Да. Да, есть. Все, уходим отсюда, ребят. Приключение закончено. Мы с вами узнали страшную тайну. Нужно выбираться отсюда. Скорее, на падший дом. Так что это нам дает? Окей, мы узнали, что, оказывается, ее воскресили. У меня там вопрос, чего она умерла и убили в какой-то момент? Никто не говорил, что мою якобы тетю кто-то когда-то убивал. Даже она сама мне это не говорила. Это интересный поворот событий. Опять же вопрос, что это меняет? Можем изгнать ее в бездну снова? То есть, в этом идея? Не, все нормально. Хотел сказать, слишком симпатично тут. Где? Outlast? Нет. Здравствуйте. Зачем надо так хвататься за руку? Оглянись вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Нет, он особенный. Здесь 4000 лет назад мне перерезали горло. Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. Где-то в каком месте? А, по-моему, так. Ну, хотя, да, вот эти. Бездна-поклонники, они явно не из нашего века. До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилел. И тогда нож коснулся моего горла. И я понял, что ждал слишком долго. Кровь хлынула из раны. А я стал богом. Теперь ты знаешь секрет Далилы. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воля и коварство не имеют себе равных. Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть.
Он изменил ее, а она нашла способ выбраться отсюда и захватить власть. Далила теперь часть меня, и мне это не нравится. Надо отдать должное Далиле. Она оторвала кусочек себя и спрятала его в изваянии. Она стала бессмертной. Если хочешь убить Далилу, придется найти и вернуть ее душу. Выполнить это непросто, но то, что последует, станет труднейшим испытанием в твоей жизни. Вот оно. Что за уродство? Как будто кокон, ребята. Как будто это кокон. Но по сути это все злодеи. Давайте оценим ситуацию. Разобрались. Лишили разума. Лишили сил. Ты еще живой засранец, тебя зарежем. Хотя не-не-не, мы тебя в тюрьму посадим, наверное. Ты похож на какого-то, знаешь, революционера из Банановой Республики. Я тебя туда отправлю. Ты с ума сошел, ты не хотел особо участвовать. Ну, а тебя нужно еще найти и тоже разбить. А потом займемся... Господи, тобой. В мире больше тайн, чем кажется. Я посмотрел на нее, какая страхолюдина. Господи. Как таких вообще пускают на должность императрицы? А, да, она сама пришла. Это интересно. Интересный поворот. Нет, суть остается той же. Нам нужно убить тетю, только немножко по-другому. Потому что просто возить мне кинжал не получится. Это ее не убьет. Ну, и задушить ее, наверное, тоже нельзя. Значит, нужно разбить статую свою душу, и, возможно... Я уверен, что будет финал, где она жива остается, типа того. Я уверен, просто уверен на 100%. К тому же, очень странно, кстати, что у Dishonored нет сезон пасса, я об этом подумал. Только что осознал. Значит, дополнений как бы не планируется. То есть, сезон пасса, когда есть, обычно планируются хоть какие-то дополнения к игре. Хотя, мне кажется, некоторые... Игра делала совершенно не планирует дополнение, а просто делает сезон пасс, ну, на случай если. А потом уже думают о контенте. Вот как сделали с Homefront, мне кажется. Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. Здравствуйте, господа. Собираешься открыть этот сучий замок Джиндаша? Удачи. Уже открыл. Но ничего не выйдет. Эта дверь была заперта по приказу герцога. Он поручил Кирину Джиндашу поставить сюда особый замок. Мне завтра будут сигары. Хотите купить? Не курю. Как уйти-то отсюда? А вообще-то симпатично. Какие такие. Но они на деревянных опорах, кстати, стоят. Мне только вот интересно. И да, видите, каналы ветвевые. Только вот интересно, как их строили, то есть я все понимаю, но как... Как тут средневековье вроде как, а как вы их строили, ведьмина рука? А пройти... Нет? Хотел путь срезать, в итоге срезал. А, немножко промазал. Что вы все меня спрашиваете? Ничего не буду, я уезжаю отсюда. Уже скоро. Кантон Соколов. Хорошо. Сейчас что спуститься туда нужно. Спасибо, что хоть не в конце карты метку поставили. Потому что я же знаю, как вы можете сделать, чтобы жизнь малины не казалась. А то же слишком просто будет. Прятаться вечно.
Выходи на честный бой. Какой честный у вас здесь человек против меня одного. Ладно, давайте выбираться отсюда. На честный бой, лол, выбираться будем. Опал в шахте, многочисленная жертва. Видимо, это читали, раз отмечено. Раз не отмечается в дневнике. Как же мы тут шли? Всегда проблема вернуться, потому что хрен вспомнишь вообще как. Надо было попробовать в прыжке, кстати, телепорт сделать. Я что-то не подумал, что мы же можем. Я бы на черный рынок заглянул еще на обратном пути. Ну ладно, наверное, это не срочно. Властители рано или поздно Это да. Вы? Как быстро? Да, было бы не подходить так близко. Значит, Стилтон, кажется, я не хочу этого знать. Ну, не то чтобы мертв, если честно. Сошел вы с ума. Вы готовы? У меня от пыли уже в горле першит. Да, уходим. Да, мне удалось обойтись и без Паула, и без Бирна. И побывать у Стилтона. Можно отправляться. Мастер стелса? Что вы тут хотите? Мастер стелса? 9000. Ну, да, мы справились немножечко хуже. Алтари чужого их здесь нет. Наши руны в затопленном подвале. А что, это не спецсобытие? Обойти убийство Бирна и Стилтона? Ну ладно. Падший дом. Вы устранили важнейших сообщников герцога Абелли. Поговорите с вашими союзниками о герцоге, прежде чем отправитесь в Большой дворец. То есть это уже, как я понимаю, финал. Мы подходим к кульминации, кульминационной точке. Я этого ждал. А продолжим, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, так как, ну, традиционно, когда начинается новая глава, я люблю начинать новую серию. Можете подписываться на канал, ставить лайки, также делать репостики в социальные сети, например, ВКонтакте. И всем пока. До следующей серии.